Здравствуйте, мы на прием, на личный прием 17 до 20. Кизима. Виктор Васильевич. Виктор Васильевич. 29 числа прокуратурой вынесен отказ, да? Вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы. О целях уже сегодня, да, в 11 ответил. Как вам быстро все стало известно? Да, скорее всего, может быть, они так специально там сказали, выносите постановление об отказе, чтобы мне сделать формально вот это вот, чтобы соскочить. Надо в суд на него подавать. Прям есть основания, я считаю. Такой должности высокий человек, да, как сотрудник считается? Ну, я, если честно, вообще не понял суть его приезда сюда. Он взял целую папку документов и ни слова не сказал. Да, растрата бюджетных средств. Ведь не за свой счет сюда приехал. Эффективность ноль. Мы не записывались. Просто видите, сейчас мне с городской дежурной части позвонили, сегодня нет приема, если вы хотите записаться на прием, сейчас, подождите. Надо позвонить. А где информация размещена о том, что приема сегодня не будет? Вообще там как бы прием не там указан. Но мы же по графику сюда приехали. 31 числа сегодня прием, личный прием. Начальник УМВД города Мурманска Кизима Виктор Васильевич. 31.01.24. Никакого извещения о изменении графика нету на сайте. Потому что наоборот, черно выделенный миг, неприемный дневничек. Нет, здесь все нормально выделено. Ну, сейчас позвоните, пожалуйста, в дежурную часть, вот этому телефончику городскую, потому что это... Нет, вы нам письменно откажите в приеме, пожалуйста. Вы позовите ответственного, чтобы нас пригласили на прием. Сейчас отсутствие записи не является поводом для отмены в приеме. Ага. Вы именно к Виктору Васильевичу, правильно я понимаю? Все верно, да. Да. Вы съемку можете вести здесь, и там можете выключать. Не работает. Выключаем все, мы убираем. Подождите, пожалуйста, уберите, пожалуйста, телефон. Телефон, уберите все. Куда убрать? Мы сейчас с вами пройдем административное здание. Да. Здесь можете снимать все, что вы хотите. Ну, я выключил все, он не выключил. Уберите, пожалуйста, его. Куда убрать? Мне что, отстегнуть его, что ли? Мы здесь не пообщаемся. Мы здесь с вами пообщаемся, давайте здесь. У вас здесь на первом этаже специальная комната для приема граждан. Проведите нас туда, пожалуйста. Без вот этого вот, чтобы я сейчас расчехлял свое оборудование и тому подобное. Вы можете убрать телефон просто. Вы видите, он у меня стоит в держателе? Нет, не вижу. Ну так посмотрите. Вот вы сейчас со мной пререкаетесь для чего? Для того, чтобы вы убрали все. На каком основании я должен убирать? Я вам показываю, телефон выключен, экран закрыт, опускаю вниз. Какие вопросы ко мне могут быть? Вы сейчас зачем провоцируете скандал? Вы зачем провоцируете скандал? В прошлый раз мы, когда к Кизиме заходили, мы даже не выключали, он сказал, не надо выключать. Вы прям прошли вот здесь в соседнюю комнату. Я приглашу Виктора Васильевича. Хорошо, хорошо, приглашайте. Что за бред? Специально провоцируют, смотри, специально провоцируют. Так, все, без скандала мы пройдем. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Так, сейчас я сразу заземлюсь. Сразу заземлюсь. Вы в прошлый раз не попали в объектив немножко. Ну, на аудио зафиксировался в любом случае. Поэтому мы хотим с вами побеседовать как раз по поводу того посещения, когда мы были. Да. Хотим все-таки узнать, что вы сделали. Много мы разговаривали, писали ходатайства, много было предложений, как с вашей стороны, так с нашей стороны, что нужно сделать. Но, к сожалению, ничего не было сделано.
ни экспертизы, ни опросов, ни допросов тех лиц, которых мне указали. Вчера мне позвонила женщина, она мне сказала, что позвонил к ней сотрудник полиции, ну, из отдела полиции, я так понимаю, номер 2, и пригласил ее, ну, написать заявление. Чтобы она сказала, вот в ближайшее время сейчас у нас работа разберется, подойдет. Вот, а у меня частично разговор с ней записан, я просто там за это сел. Ну, из того списка, который мы говорили. Да, ну, я так понял, что из этого списка, ну, а получается, что я с ней уже веду второй раз разговор под запись, я вел разговор, потому что до этого я также с ней вел разговор, она сказала свою историю, эта история выложена, соответственно, в сеть интернет, как бы ее можно будет прослушать, там, ну, в принципе, она достаточно подробно все рассказывает. Как я вам раньше говорил, история у всех одинаковая. История заключается в том, что под видом ремонтных работ... Да я помню эту ситуацию. Да, то есть все то же самое. К сожалению, на данный момент нам известно, что отказ в возбуждении уголовного дела третий, который был, устоял в прокуратуре, не знаю по какой причине. Я тоже уже слышал, там доложили об этом. Да, ну в любом случае, на мой взгляд, то, что прокуратура утвердила, это не означает, что нельзя отменить его с вашей стороны. Тем более, те мероприятия, которые должны были производиться, ничего не выполнили. Ну, там они выполнили, но не в полном объеме они выполнили. Вот. Мы, значит, плату приглашали специалиста, значит, осмотрел специалист платы и определил, что там проводились эта плата ремонтной работы. И менялись там какие-то транзисторы. Но эту историю вы еще в прошлый раз не рассказывали. Вопрос не в том, вопрос в том, от нашего ли это холодильник, исправна она или нет. Это можно проверить только путем. Здесь, да, здесь еще раз говорю, что не в полном объеме было выполнено, но прокуратура, как вы сами уже сказали, они, значит, наши постановления, так скажем, согласились с нашим решением, вот, и не стали отменять. Здесь единственное, что если вы не согласны где-то что-то, что мы недовыполнили или не выполнили, к примеру, да, там, либо что еще там необходимо сделать, настоять, то тогда вы можете обжаловать наши действия, можете вышестоящего органа обжаловать. Это понятно, что мы обжалуем порядка 125-й. Мы же не пойдем... Не, ну мы-то можем еще раз отменить. Я этот вопрос... Я этот вопрос как бы поднимал не раз. Ага. Вот, и как вы сами же говорите, что мы звонили. Где поднимали вопрос? Ну, на совещаниях своих. Угу. На совещаниях своих, как бы... с участием руководителя отдела полиции, соответственно, давались непосредственные указания какие, что нужно сделать. Вот. И, значит, мы проверили. В общем, из того списка, значит, мы дозвонились до некоторых, не до всех дозвонились, не всех нашли. Одну гражданку нашли, вот она, вы говорите, да, заявление сейчас напишет. Вот. Мы примем заявление, проведем еще проверку. В общем, там уже будем смотреть. То есть, кто там будет поступать такие заявления, если будет массовость, мы, естественно, это все сделаем. Но пока у нас на настоящий момент пока такая ситуация. Прокуратура не отменяет, конечно. Виктор Васильевич, смотрите, вот просто вот по-человечески объясните, как быть моему доверителю вот в такой ситуации. По факту имущество похищено. По факту. Ну, его нету, просто нету. То есть пришел человек, изъял имущество, и все, его нету. И на кого нам подавать в суд? Нам в качестве третьего лица, что привлекать сотрудников полиции, которые по какой-то причине эту плату изъяли. Ведь перед нами, если вы усматриваете гражданско-правовые отношения, должен нести ответственность, гражданскую ответственность. Ну, да я за все прекрасно понимаю. Нам, условно говоря, предлагают. Ознакомьтесь с материалами дела в полном объеме. Слава Богу, уже не препятствуют, в том числе дают персональные данные. Ну, с трудом это все произошло, с трудом, с большим трудом. Но и что дальше? Как мне формулировать иск? Потому что Галимов скажет, у меня нету этого имущества. Он покажет протокол, копию протокола, изъятия, скажет, ко мне претензий нет никаких. Ну, понятно, что это все как бы... Да нет, почему? Ну, так имущество-то оно есть, оно изъято же. Ну, запрашивается. Если вы хотите в суд подать, значит, пишите заявление. Через суд запрашивайте материалы.
суд запросит материалы, все. Мы не должны этим заниматься. У нас есть ответчик, да? У нас есть человек, который причинил нам вред. Я не усматриваю данный вред в рамках договорных отношений. Договорных отношений нету. Потому что, как выяснилось, на Егорова 13 находится даже не контора по ремонту, да, бытовой техники, хотя они у себя на сайте заявляют именно так. То есть у них там ни слова не сказано, что это колл-центр и тому подобное. Вот завтра я иду в налоговую для того, чтобы побеседовать, в 14 часов побеседовать и объяснить, и все-таки принять меры, чтобы вот эти самозанятые, так называемые, которые нарушают законодательство. Да я вам, я еще раз говорю, вот самое главное, я еще тогда же вам говорил, что чем больше будет заявлений, тем нам будет легче уже решать вопрос прокуратуры. У вас есть эти заявления уже? Да, у нас пока нет заявлений. Какие заявления есть? Смотрите. Заявление имелось в виду не да, те, да, которые будут поступать к вам после нашего вот приема, а те, которые уже в ваш адрес поступали по аналогичной ситуации. Эти заявления были, и у меня есть эти заявления. Люди скидывают эти заявления, но я не буду выполнять вашу работу. Не, подождите, вы тогда, вот у меня есть ваше заявление, копия, оно у меня на контроле до сих пор. Вот вы называли там четверых людей, заявления по этим гражданам нету. Мы только одного человека нашли. А вы будете искать только те, которые мы вам покажем? Так мы проверили. Так если у вас есть эти сведения, есть результаты проверки? Если есть у вас сведения, так вы понимаете, что у нас учет это, они, как вам сказать, там, ну, у нас очень много заявлений, да, мы можем в электронном виде проверить при наличии там фамилии, там определенных обстоятельств и так далее. Но, как мне доложили, больше по подобным, они есть по подобным фактам, но не другие. Мы по этим фактам буквально тоже поднимал этот вопрос, и мы возбудили уголовные дела. Тоже холодильники. Ну так вот, только вы говорите, что только, есть такие так факты. Они не относятся к этим людям. Понимаете, в чем дело? Но они относятся к этой организации? Вот сейчас, нет. Именно к этим людям? Нет, к этой организации. Это другая организация тоже. Другие люди, которые делали такие подобные, ну так скажем, ремонтные работы, в кавычках. Понимаете? Анна, смотрите, то есть у нас есть факты, вот, которые мы установили, да, не относящиеся к тем людям, которые, ну, так скажем, вам делали ремонт, так скажем. Вот так. Ладно, сейчас мы еще поднимем этот вопрос. Другие факты у нас есть, мы там возбудили уголовные дела. Понимаете? Давайте тоже на самом деле мне не интересует, что там было с других у людей. У меня есть конкретные проблемы. У него есть определенные проблемы, которые нужно решать. Я не вижу решения этой проблемы в гражданско-правовых отношениях. Давайте я закончу все-таки то, что я начал говорить, но перебил. Значит, я не усматриваю оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, потому что сведения, которые мы сообщили, более чем достаточно для возбуждения уголовного дела. Есть факт хищения чужого имущества обманным путем под видом якобы какого-то договора. Вы прекрасно знаете, никакой договор не заключался. Мой доверитель, значит, подпишется под статью 306, что он предупрежден за заведомо ложный донос и тому подобное. Он отвечает за свои слова, что никаких договорных отношений не было по поводу ремонта этой платы. Вообще неизвестно было, я что прекрасно там. Помню, зачем вы меня перебиваете? Я прекрасно помню. Зачем вы меня перебиваете? Давайте, я просто я умею молчать, как бы после того, как я закончу фразу. Иначе я мысли сбиваюсь, и мне очень трудно сформулировать потом, о чем я вам говорил. Я хочу еще раз, приходится мне возвращаться, обратить внимание, что мой доверитель никак не может зависеть от действия там, третьих лиц, подали они заявление, не подали, кто там, в отношении кого он совершил преступление, там, есть еще потерпевший, нету потерпевший. У вас есть на данный момент конкретный потерпевший, это мой доверитель, который вам дает четкие данные. Он вам дал для возбуждения уголовного дела и повод, то есть заявление письменное, и достаточные основания, дающие полагать, что совершено преступление, даже конкретное какое, по признакам какого преступления. То есть часть 2 статьи 159, даже не часть 1. Этим занимается следователь следственного отдела, отдела полиции там, номер 3. Этим занимается не участковый. Этим должны заниматься профессионалы, именно те, кто должен этим заниматься и отрабатывать по полной программе. На данный момент
все вот эти доказательства в рамках УПК должны собираться после возбуждения уголовного дела. Иначе, согласно статье 75 УПК, они в принципе не имеют ни доказательной силы. Вы прекрасно знаете, объяснение, да, любых лиц, будь то очевидцы, будь то лицо, которое дает объяснение, которое в будущем может стать там либо свидетелем, либо подозреваемый, обвиняемый, он заинтересован, и они могут давать любые показания, чтобы избежать уголовной ответственности. Более того, эти объяснения в суде никогда не будут доказательствами, потому что любые доказательства должны быть получены в установленном законом порядке. Это прописано в УПК. Поэтому мы должны понимать, что даже что бы он там ни наговорил, он имеет право воспользоваться 51 статьей Конституции, услугами адвоката, и он должен давать показания. Показания он должен давать только после того, как будет возбуждено уголовное дело. То есть я вам сейчас рассказываю процессуальные вот эти моменты. Вот эта вот карусель, которая устраивается, когда у вас, условно говоря, есть процессуальное право продлить проверку до месяца, не отменяя, в смысле, не вынося постановление об отказе возбуждения уголовного дела, но почему-то там через 10 дней выносится постановление об отказе, прокуратура отменяет, и вот эта карусель идет. А вместо того, чтобы просто, если уж не хватает времени, ну, мало ли, там, участковых у вас не хватает, чтобы, так сказать, на земле не отработать это все дело, ради бога, можно подать ходатайство, прокуратура на целый месяц продлит. Это очень много времени, поверьте. И более того, если у вас недостаточно времени, ну, тем более вам нужно возбудить уголовное дело. И потом хоть запроверяйтесь, но только уже это будет не проверка, а уже будут следственные действия там. Дознаватель либо следователь будет отрабатывать это все. Ну так должно быть, понимаете? Ну не должна быть такая карусель. Я с вами согласен. Ну тогда почему этого не происходит? Почему мы элементарные вещи не можем никак добиться? Ну вот элементарно, человеку, послушайте, вот я вам просто приведу пример. Ну как можно выносить постановление об отказе уголовного дела, если берет сосед, ножом бьет по башке, наносит травму, и уголовное дело до сих пор не возбуждено? Это вот отдельная история. Но очевидные признаки преступления, почему все игнорируется? Ну здесь очевидные признаки. Группа лиц пришла, похитила плату. Вам, я выражусь, по ушам проехала, какую-то объяснительную написали, что якобы какой-то договор, что там какие-то 10 тысяч, что о чем-то там какие-то договоренности были. Мы вам говорим, что этого неправда. У нас видео и аудио размещено, вы можете посмотреть, не надо там нас опрашивать, просто скачать. Как у вас Панфилова, накачала видео и выходит в суды, уже 2,5 миллиона с меня требуют. Когда нужно, вы можете и видео скачать, и иски подать. А когда не нужно, вы ничего не делаете. Все это есть. Где видно, каким образом была беседа по телефону с Галимовым. И я с ним беседовал, и Анна беседовала. И потом он приезжал, как он там пытался решить этот вопрос. Анна испугалась, соответственно, позвонила мне. Мы говорим, дождитесь сотрудников полиции, меня дождитесь, чтобы мы могли принять эту плату, чтобы он ее обратно поставил, и чтобы мы были убеждены, что, как говорится, она будет работать и тому подобное. Но это произошло уже после того, когда он сильно испугался, понимаете, когда уже было заявление подано, когда кипиш был поднят. То есть это просто он пытался выйти из этой ситуации. А сейчас, получается, вы у него забрали плату, и он расслабился. И он сейчас продолжает ходить обманывать. Ведь есть ролики, продолжение. Мой человек, условно говоря, засланный казачок, пригласил. И как раз он пришел, понимаете, и он просто через 6 минут, прям по таймеру можно засесть, с момента, как он зашел в квартиру, он уже определил, все, меняй, эту плату снимаем. То есть эти люди умышленно знают, что делать. У них отработанная схема. Там Татьяна была, там еще какой-то человек. Два человека, которые причинили вот этот ответ, они просто, увидев мой ролик, где я прямо сказал, там, Сережа, верни деньги, они метанулись и вернули деньги. Там Татьяна, с которой я поговорил, Татьяна, вам нужно решить этот вопрос. Позвоните мне, она трубочку бросила, когда я когда разговаривал, она как раз Егорова, 13, так понял, говорил, что там на фоне были соответствующие голоса. Она на следующий день метнулась к женщине и вернула там частично деньги, понимаете? Они-то понимают свою вину. Ну а сколько людей пострадали, которые в итоге ничего не добились? Давайте возбудим уголовное дело и проведем все необходимое. И найдутся и свидетели, и все. Ну люди просто понимают, они видят вот этот беспредел, в том плане, что бездействие. И они просто, у них руки опускаются. Но если мы не можем этого добиться, понимаете, мы, то есть я юридически грамотный,
я уделяю этому много времени, я подключаю свой медийный инструмент и тому подобное. И мы даже не можем этого добиться, понимаете? С деньгами, со знаниями, со временем. Кто эта бабушка добьется? Вы же, если слышали диалоги, какого-то тура я вел, как их обманывали, он говорит, ну вот, а я не могу ничего сделать, вот я такая, вот, вот такая женщина, понимаете, она привыкла верить этим людям. А эти люди непорядочные, вот ведут себя вот так вот по-свински, пользуются вот этой старостью, незнанием законов, добротой, и просто делают вот эту ерунду, понимаете. Изобретают какие-то неисправности, то ли умышленно ломают, то ли по неопытности ломают, устраивают постоянно, то одно сломалось, то второе, то третье. И в итоге деньги выманивают, и в конце вот этого ремонтного периода и оборудование не работает, и денег нету, и все на этом, понимаете. По концу всего вот этого процесса люди остаются и без денег, и без оборудования. Они в итоге все равно вынуждены покупать новую там стиральную машинку, новый холодильник. И денег им никто не возвращает. Вот самое интересное-то. И обратиться-то никак, понимаете. Вот тот человек, который пригласил ремонтников, и как раз Галимов пришел, он же заснял, он мне скинул, говорю, он, Галимов умышленно обманывает, он впишет в договор левый адрес. И на видео говорит, ну там не видео, там аудио он писал, кусочек видео он потом включил, и говорит, что вот это мой адрес. Не помню, какой там адрес, но мы-то знаем его настоящий адрес. Мы как раз на тот момент уже ознакомились с его персональными данными. Ну, врет он, понимаете. То есть вот, если там захочет кто-то его прийти, условно говоря, объяснить, может быть, там как-то более грубо, потому что к сотрудникам полиции бесполезно обращаться, там, самоуправством заняться, там, самосудом и тому подобное, то он не знает даже, куда прийти, потому что идет постоянный обман. Даже адреса не левый указывает. Вы не правы, что к сотрудникам полиции бесполезно вот обращаться. Вот только сейчас в этом случае, об этом. В этом случае, который у вас, я уже вам так говорил, если у вас есть данные, факты, давайте нам заявление, у вас есть копии, да? Подождите, я сейчас их соберу, все заявления. Зачем? Мы не хотим за всех, мы не хотим делать вашу работу. Сделайте, пожалуйста, по нашему договору. У вас есть заявление? А потом мы будем заниматься другими. Есть? Вы можете предоставить мне эти заявления, чтобы я собрал все эти материалы и решил вопрос прокурора о возбуждении дела? А вот вы мне поставки такому... заплатите? Что? Вы поставки мне заплатите? Какие поставки? У вас ставка работа. Есть? Нет, работа. Вопрос не в этом. Причем а в чем? А почему я должна личное время тратить на то, что должны делать ваши сотрудники? Подождите секундочку. Я вам уже объяснял, да, до этого, в предыдущей встрече, да, уже повторяться не буду. Чем больше будет фактов зафиксировано, тем больше у нас будет возможность, значит, возбудить уголовное дело. Чтобы прокуратура, значит, ну, увидела состав, потому что каждый факт будет подтверждать. А почему прокуратура должна увидеть факт, а не вы? Ну... Она должна за вас работать? Нет, почему? Ну, не надо, давайте не будем так со мной в таком тоне разговаривать. Мне просто очень интересно. За нас работать, за нас платить. Там, нет, я вот абсолютно согласен. Не надо, я хочу вам помочь, еще раз говорю. Виктор Васильевич, смотрите, Анна занимается своей работой. Не зря я вам сказал, что буквально на этой неделе, не зря я вам сказал, что по таким же фактам мы возбудили уголовное дело, не собрали всех заявителей, только немножко другие факты. Точнее, другие люди этим занимались. Уже 9 фактов возбуждено уголовных дел. И в рамках уголовного дела мы будем доказывать его умысел, то, что он хотел обмануть умышленно, завладеть деньгами, совершить мошеннические действия в рамках уголовного дела, как вы говорите. Да. Один факт, имея один факт. Поэтому нам тяжело очень будет доказать умысел. Понимаете? Поэтому изначально речь шла по одному факту, как гражданское правовое отношение. Поэтому приняли решение об отказе. Не возбуждая уголовное дело, вы даже не предпринимаете попытку собирания доказательств умысла. Вы понимаете, вы пришли сюда с таким настроем, как будто вот я все, я такой. Потому что мы хотели результат. Мы пришли с обычным настроем. Люди, которые ко мне обращались, вы можете потом узнать об этих людей. Мы возбудили, мы даже возбудили уголовные дела, допустим, по отделу полиции номер 2. Ой, да, номер 2. По кухням. Я очень рад, что они добились своего. Теперь я хочу добиться своего. Мы совместными усилиями добились, понимаете? Совместными усилиями. Решили, ну, так скажем, не то, что вы там выполняете свою работу за место нас.
Смотрите, можно я вас перебью буквально на секундочку? Вот Анна, когда мы были, какого числа у Цилиха? Не помните? Передала целую папку. Папку, вот такой толщины папку, понимаете? Там документов и материалов больше даже, чем в прокуратуре, чем в МВД. Где эта папка? И ответ Цилих сделал, условно говоря, одну строчку. Прокуратура вынесла постановление, все на этом. А зачем вы к нему приходили? Главный инспектор МВД приехал, чтобы разобраться. Мы ему там красиво все рассказывали. Ну, то, что мы вам все это рассказывали, мы рассказали ему, целые материалы передали. У нас что, ксерокс тут должен работать? Мы должны деньги платить за то, чтобы... Давайте по существу, хорошо? Вы хотите по существу результат? Я хочу сказать вам следующее, что Анна занимается предпринимательской деятельностью. Она платит налоги. У нее своя работа, у вас своя работа. Давайте каждый будет делать свою работу и зарабатывать этим деньги. Хорошо. Ну, у меня к вам большая просьба. Все-таки. Тогда если свою работу, если я просто иначе говоря, вы просто понимаете, в чем дело. Вы ко мне обратились за помощью, да, к примеру. Вот. Я хочу вам помочь. А вы говорите, это ваша работа, вы делаете сами. Нет, вы говорите, вот, конечно, правильно, но любой рабочий Чему не надо об этом говорить, вот, я вас прошу, не надо. Почему вы это говорите? Здесь не надо. Вы сейчас нас унижаете, понимаете? Прошу, вы ставите вас нас. Не говорить такие вещи здесь. Я Почему? Вас этими словами, я по сути. Прошу помощи, оказать содействие. Я не прошу, я требую. Я требую возбудить уголовное дело. Потому что помощи. Состав преступления имеется. И это прошу, на ваш взгляд. Это, знаете, просят в другом месте. Это на ваш взгляд. Это вы привыкли, что вас просят. А это я считаю, что взгляд. Вы должны. Это ваша работа и обязанность. Я когда прихожу в больницу, я там не прошу. Мне не там говорю, нечего. Чтобы вы меня просили. Если я когда прихожу в магазин за хлебом, не говорю, я не чтобы прошу. Вы меня просили. Еще раз говорю. Я не говорю, вы так сказали. Я сказал, что я прошу у вас помощи, чтобы вы оказали нам помощь. Если у вас какие-то есть сведения, дополнительные, которые мы не нашли и не смогли найти, к примеру, папку передали, целую папку. Сколько сведений, сколько мы у вас писали, сколько приемов мы посетили, мы всю эту информацию даем. Мы говорим, видео есть, все есть, но ничего не происходит. Которые вы мне сообщили, мы их проверили, мы нашли заявительницу, сейчас будем принимать заявление. Это еще один будет дополнительный факт для того, чтобы мы потом, так скажем, приняли решение о возбуждении уголовного дела. И чем больше, я уже еще раз повторюсь, чем больше таких будет заявлений, чем больше будет пострадавших, тем будет нам легче. Сколько вам нужно заявлений? Да, мы сейчас клич сделаем, мы сейчас вам вот сколько, скажете сколько, мы вам 100 соберем. Да. Сколько вам нужно заявлений? Давайте, Еще здесь торгуемся, что ли? Ну так получается, понять? Что мы торгуемся. Не торгуемся мы, я вас прошу помощи оказать содействие. Я не понимаю основания, о том, что вы сейчас говорите. Мы говорим, что мы пострадали. Вы понимаете слово. Примените к ответственности виновных лиц, к уголовной ответственности, потому что есть признаки преступления, мошенничества. А вы нам говорите, помогите нам, а еще лучше нам предоставьте там целый список потерпевших. Да где я буду искать? Это не моя работа, и не работа моего доверителя. Но эти потерпевшие есть, тем мы более, вам даже дали этот список. Да вы дали там несколько человек, мы одного человека нашли, сейчас заявление ну, взяли. Мы еще, получается, еще виноваты, то, что вам дали маленький список. Да? Вы не переворачивайте, не пожалуйста, учу. Мои слова, хорошо? Не надо переворачивать. Я констатирую то, что по факту вы сейчас произносите. Нет, я такое вы не произносите. Я такое не произносил. Мы предоставили вам я маленький список. Я такое не произносил, не надо мне говорить. Я такое не произносил. Я сказал, что вы предоставили список нам, 4 человека, одного человека мы нашли. И сейчас будет приниматься заявление у него. Будем с ним дальше работать. И чем больше будет таких фактов, тем больше, лучше будет для нас, чтобы мы потом возбудили уголовные дела, потом объединили в одно уголовное дело. Возбудите, пожалуйста, по нашему заявлению уголовное дело, потом его объединяйте с другими заявлениями. Просто возбудите. Я Хорошо. Понимаю, что сам факт еще вот этого рассмотрения может еще годами длиться. Я так понимаю. Если вы меня не слышите, тогда таким образом. Я не вижу сейчас... дальнейшем вот устраивать такие разговоры там, тем более на повышенных тонах, как вы это делаете. Нет, поэтому пишите заявление с просьбой об отмене, мы его рассмотрим в течение 30 дней, мы просто дадим ответ. Все. Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, вот предыдущее обращение вы как-то отреагировали, письменно есть у вас ответ? Просто у меня нет ответа письменного, к сожалению, потому что у меня то есть письменный ответ. То обращение, которое мы делали, писали письменно,
У меня копии нет. Никак не ответил. Ну, вот почему? Мое обращение у вас я лежит. Знаю, это копия заявления. Для меня да, 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 мне кто-то ответил на это заявление? Я сейчас не могу сказать, потому что я... А я могу у меня сказать, заявлений что у меня нет. Анна, прошло 30 дней с момента, как вы попадали в это заявление. Какого числа мы были? Посмотри, пожалуйста, дата этого ходатайства или заявления, как оно называется. 30.12. Сегодня 31. 30 дней прошло. Ну, значит, скорее всего, уже направлено за подписью руководителя. Какого руководителя? Я не могу сказать. Просто понимаете? Мне надо эти факты, эти сведения проверять. Я вам так сходу не могу сказать. Вы можете позвонить, узнать, кто, сейчас кому позвонить. Поручено это все. Сейчас кто ответственный, кто там так много написано, мы я так постарались. Вы получите позвонить. Ответ официальный, посмотрите, хорошо? Если вот так вот разговор идет. Если я хочу помочь и говорю, что лучше для этого нужно сделать, и вы мне говорите, заявляете о том, что я там чуть ли там не настаиваю, там еще что-то там. Такие слова не надо здесь заявлять. Виктор Васильевич, давайте вот мы сейчас минуточку помолчим. Скажите вот под видеозапись, что мы должны для вас сделать. Для меня вы ничего не должны делать. Ну, может быть, там как-то по-другому сформулируйте. Не для вас, там, для общества, там, не знаю, там, для страны. Что мы должны сделать, чтобы получить результат по нашему заявлению? Скажите, сформулируйте все, так, чтобы мы это все, что вы уже могли, вы все сделали. Вы написали заявление, мы его рассматриваем. Так, ну, то есть, с одной стороны, говорите, что вы я вас попросил, что-то просите. Я вас попросил оказать содействие нам, так, для того, чтобы облегчить как? Нам, для того, чтобы не то, что облегчить, а решить этот вопрос, потому что нужно... Мы уже говорили о том, да. Как нужно, это сделать. Нужно это уже да, объясняли, мы уже разговаривали это смотрите. Все. Ну, вы меня не слушаете, не хотите слушать, только на повышенных тонах почему? Начинаете молчим, меня чем-то обвинять. Мы уже обсуждали с Николаем Валерьевичем, мы уже обсуждали даже с участковым, мы обсуждали с вами и многими другими сотрудниками о том, как и что мы предоставим. Письменно запрашивайте, и мы все скачаем, все принесем. Письменно. Ни одного письменного запроса в наш адрес не поступало. Какие-то там заявления, какие-то там бумаги дополнительные, свидетельские показания. Я не понимаю, о чем вы говорите, о каких письменных запросах, вы мне ничего о том не говорили. Лично мне вы об этом ничего не говорили. Кому вы там еще что-то говорили, я не знаю. Вот вы говорите, окажите нам содействие. А мы вам тогда давайте сейчас говорим о том, что запросите у нас письменно. По типу такого. Уважаемая Анна там Анатольевна, если у вас что-то есть, принесите. Давайте таким образом. Пусть у меня будет письменная бумага о том, что вы у меня что-то запросили. Чтобы я могла с этой бумагой потом пойти и спросить. А вы там что делали с моими материалами? А не так, что я вам принесла, вы в помойку выбросили, и мне пустой, обычный пустой отказ в возбуждении уголовного дела направили. Мне нужен какой-то, скажем так, официальную переписку. Мы с вами вот в рамках правового поля общаемся, у нас с вами переписка. Такая у нас с вами любовь получается. Ну, к сожалению, так. Нет, так и должно быть на самом деле. Мне потом с чем в суд идти? Мне кого виноватым искать? Мне что на суде? Стоять краснеть, а вы знаете, мне там на приеме говорили? А вот они там пальчиком на них показывают. Мне нужны бумаги. Я все люблю в реестры складывать, подшивать, архивировать. Хорошо. Мне есть чем пойти в суд. Хорошо. И каждый наш прием, это не только аудио-видеофиксация, но еще и потом протоколы и все остальное. Потому что каждый должен отвечать за свои слова, конечно, и конечно. За свою деятельность, конечно. И профессиональную конечно. В том числе. Конечно. Вот давайте тогда, чтобы пока немножко успокоиться, я вас немножко поспрашиваю относительно прошлой нашей встречи состоявшейся. Вы очень много чего говорили, но при ознакомлении с материалами дела мы мало что увидели. То есть последней нашей встречи прошел месяц. Мы уже получили отказ в возбуждении уголовного дела. И письмо, в котором прописано, что нам пора в суд. И от прокуратуры, что нам пора в суд. Вы просили нас написать заявление об отмене решения, чтобы ходатайствовать перед прокурором. Я не знаю, ходатайствовали вы или нет, но отменили до того, как вы должны были ходатайствовать перед прокурором. Да, о чем мы как бы думаем, что вы уже были в курсе на тот момент, когда просили от нас это заявление.
В заявлении нам надо было однозначно указать данные известных нам пострадавших с просьбой их опросить. На тот момент, то есть вот Елена, которую вы будете опрашивать, она мне позвонила вчера и сказала, что ей позвонили, предупредили, там приходите, мы вас опросим. Это уже после отказа в возбуждении уголовного дела. Вот, дальше. Вы, в свою очередь, поднимаете данные материалы и по всем этим фактам, так как уже неоднократность установлена, у нас будет шанс возбудить уголовное дело. Да. Вот по поводу поднятых вот этих данных материалов. Можно уточнить поконкретнее, кто поднимал, что делалось? Как мне доложили, ни одного материала больше не нашли, ни одного заявления не было подано. Ну, как мне доложили. А как вот они доложили? Вы куда там? Алло, участковый, там, нет, как почему? Это есть все руководитель у вас? Же. А, то есть руководителя, руководитель подчиненному. Нет, почему? А это как устно есть... все? Устно. А какая-то служебная записка там? Нет, не было служебной записки. А, то есть вы позвонили, и вам было, там ответили? Было совещание, почему? Почему позвонили? У нас есть совещание определенное. А у вас на совещании прям все собираются? Или как-то да, явно? Ну, нет, не все, а руководители определенного уровня. Руководители. Да, то есть руководитель который, это Николай Валерьевич Чухарев? Да. Вот смотрите, например, все. Бурчанов, который участковый принимал у меня заявление, он мне сразу же сказал о том, что этот Галимов здесь не первый раз. Ну, значит, мне, возможно, ввели меня в заблуждение. Вот, может быть, позвонить этому Бурчанову, ему это более известно. Он сейчас на повышение пошел, как мне известно, в коле сидит. Ну, позвоним. Позвоните, пожалуйста, хорошо. Да, Бурчанову. Если нужен будет контакт, я вам попозже могу его предоставить. Да, есть у нас контакт. А, так вот, кто был ответственный? Чухарев Николай Валерьевич? По Галимову или кто? По городу кто-то? Мы же не только в Первомайском районе ищем. Не понял. Пострадавших. Нет, есть руководители, которые смотрели. Кто это такой руководитель? Кому надо? Получалось по данному заявлению, по какому проводит отдел полиции номер 3 проводит проверку. Вот, поручалось непосредственно руководителю отдела полиции номер 3. То есть Чухарев Николай Валерьевич. Конечно. А почему вы решили, что в Первомайском районе надо именно искать, а не в Октябрьском и в Ленинском? Для начала нужно было проверить там. Угу. А продолжение у когда нас, будет? У нас база-то вообще-то здесь все. Мы и по сути смотрели по отделу полиции 1 и 2. Я правильно поняла? То есть Николай Валерьевич вам отчитался о том, что таких обращений больше не было? Ну, по крайней мере, он говорит, что по его территории не было, да. Угу. А Николай Валерьевич 7 ноября в должности. Это он за 2 месяца сказал или за предыдущие тоже? Нет, он... это допрос, что я могу понять. Я просто хочу понять эффективность вашего поручения. Насколько эффективно исполнено то, что вы сказали людям? Из кого потом спросить? Самый главный вопрос, кто ответственность берет на себя? Больше меня ничего не интересует. Ответственность возьму на себя я. Потому что вы ко мне пришли. За неэффективное поручение? Нет, за неэффективное, получается, ну, так скажем, проверку. Чего вы вообще ко мне сюда пришли? По поводу вашего заявления. Понимаете, получается разговор такой, то есть вы ко мне пришли, начали меня обвинять, то что мы там неэффективно что-то проводим. Я согласен, где-то что-то неэффективно. Где-то не полностью проверку провели, где-то не нашли людей. Мне здесь так нравится, что вы в этом признаетесь. Согласен. А в чем проблема? С вами если, можно иметь дело? Если оно так и есть, к примеру. Ну, угу. Да, ошибки свои надо, так скажем, признавать, да. Исправлять. Ну, давайте начнем исправлять. Дадим поручение еще раз. Нет, поручение мы не будем давать. Тогда только ошибки признавать. Нет, по-другому поступим, наверное, скорее всего. Если вы не хотите нам оказывать содействие... Мы хотим оказывать содействие. Ну, с ваших слов, вы мне заявили о том, что мы не обязаны вам ничего делать. Еще. А я вас говорю, что если у вас какие-то есть заявления, дайте нам фактуру. Мы же сделали фактуру, все, папку передали. Есть у нас того... видео есть, аудио, Я могу выяснить, кому эту папку передали потом. Но вы же сейчас ко мне подошли, смотрите, пришли. Тем более вы пришли ко мне фактически-то, ну... С наездом. Ну, так скажем, даже с наездом. И, так скажем, не записавшись...
неожиданно, так скажем, да, я фактически да, там не знал о том, что вы придете ко мне на прием. Ну, пришли просто, мы просто как-то встречали, да, неожиданное согласие. Да. Во-первых, неожиданно, во-вторых, я на многие вопросы-то особо-то не могу ответить, потому что, ну, не готов, потому что я занимался совершенно другим, у меня там совещания определенно были, там, и так далее, люди другие посещают. Виктор Васильевич, вот смотрите, я себя считаю неглупым человеком, юридически, я думаю, что и с нами, там, с Анной, со мной можно разговаривать с такой позиции, что мы знаем, да, что любое поручение, любой приказ, распоряжение дается в письменном виде. Вот это вот то, что вы сейчас нам рассказывали, там на собрании, там на совещании, даже это все проконтролируется. Вы поймите, я вам просто говорю, формы контроля разные, что вы нам рассказывали, это пройдет, контроля. Да, это понимаете? Пройдет для бабушки, понимаете? А конкретное поручение дается в письменном виде. Вот на этом заявлении была резолюция, вот и все. Чтобы он разобрался с этим заявлением. Вот в этом поручении. А контроль исполнения данного заявления. Да, где-то в чем-то. Когда отчитаться он должен и так далее. Вы меня, пожалуйста, не учите, как я не учу, просто вам говорю те вещи, которые я знаю. Пришли, так скажем, с негативом ко мне. Нет. Я же к вам не с негативом. Мы даже подумать не могли, что Николай Валерьевич не умеет пользоваться 59-й федеральный закон об обращении граждан, и еще и дело производства у него хромает. Он не регистрирует письма, он не знает, как это делать, он не знает приказы. Он, значит, отказ в возбуждении уголовного дела мне отправляет от 19-го, сопроводительное письмо от 18-го. Мы же не знаем, что вы тут умеете, знаете. Поэтому мы уж просто, как говорится, просто вот, что умеем, то говорим. Вчера... Давайте по существу. Давайте. Ну, хорошо. Тогда продолжаем по поводу того письма, ну вот, вот этого хорошо, вот заявления. Давайте. Значит, также вами было сказано о том, что вы все-таки как бы намерены изъять технику. Я написала, чтобы вы ее изъяли, почему не изъяли. Да, я задавался этим вопросом, как... А, по поводу холодильника, вы имеете, да? Да. Да, да. Да, мне доложили о том, что не изъяли холодильник. Ну, соответственно, да, нужен будет дополнительный труд. Более того, мы обращали внимание, чухали, что изымайте. Как минимум, это легко можно будет, ну, это нужно для того, чтобы проверить, от этого ли холодильника плата. И исправна она или нет. То есть, по большому счету, даже без экспертизы втыкаем, включаем, работает. Потому что холодильник до этого работал, до пайки, что они там сделали. То есть, у меня вообще есть подозрение, что это даже не та плата, не от того холодильника. Потому что марку и модель холодильника аж вы не знаете. Даже эксперт, он же там писал, он тоже не написал конкретно, что чего. То есть, только путем втыкания можно определить, вообще эта плата та, не та. Я так поняла, что вопрос стоит в том, за чей счет банкет. За чей счет поедет холодильник в отделение ОП номер 3. Если такой вопрос стоит, да нет, мы машину, готовы. Машину мы найдем. Почему тут эта машина у нас есть? Если необходима была машина, я бы. Ну да, мне, конечно, очень важно, работает мой холодильник или нет. Ну, честно говоря, я согласен с вами, потому что, вот, если честно, по этому даже заявлению, ну, не все мероприятия проведены и. Честно говоря, мне... Даже в проведенной экспертизе, которая у вас в материалах дела, там четко прописано. Работоспособность платы невозможно установить ввиду отсутствия самого технического устройства. Мы обращали на это внимание прокуратуры. Прокуратура написала нам, что идите на три буквы в суд. Вот. Мы вам говорим о том, что технику можем привести, если нужно, так. Такая есть необходимость. Я могу и просто ее вам привезти. Зачем мне надо, если машину снимаю? Хорошо. Давайте еще дальше тогда. Далее, значит, вы нам такое указание, чтобы мы написали о том, что... Ну, мы когда вас писали, вы нам давали указания. Да не давали, я не давал вам указаний, что вы это все переворачиваете. Ну, просьба, пускай это будет просьба. Ну да, я вам подсказывал. А, подсказочки вам давали. Что вы будете опрашивать наших экспертов.
Вы опросили наших экспертов? Не опросили. Не опросили. Вот у наших экспертов очень много информации по поводу пострадавших. Почему? Потому что эти эксперты и мастера с определенной компании, они дочинивают технику после Галимова и компании. Вот это та кладезь информации, которая вам нужна. И номера, они тоже были там указаны. Так, это по поводу экспертов. Ну и обещали однозначную помощь. И обещали под личный контроль. Да, согласен. Это значит, должен человек перед вами отчитаться за проделанную работу. Вот как минимум по этому списку он должен вам сказать, что холодильник мы вовремя не смогли привести по такой-то, такой-то причине, экспертов допросить мы не смогли по такой-то, такой-то причине, там, такого-то человека не смогли найти по такой-то, такой-то причине. То есть должен быть какой-то отчет. И вы должны принять как руководитель решение наказать, уволить, расстрелять, ну я образно говорю, понимаете? Либо наградить, молодец, хорошо отработал. Да, согласна. Вот по закону жанра, вот в таких сериалах обязательно должен быть герой. Должна быть пострадавшая сторона, должна быть, значит, злой, да, кто-то, и обязательно должен быть герой. Виктор Васильевич, вы отлично на эту роль подходите. Я за. С вами весело, намного эффективнее, чем где бы то ни было. Нам пора как бы завершать, наверное, этот сериал, ну или переходить уже в другой сезон. Мы сделаем самое хвалебное видео, которое только можно. Вы в рейтинге сотрудников стоите после Калядина Сергея Алексеевича. Ему просто, наверное, повезло, что мы пришли не по его профилю. Но просто он очень уважительный такой. Да, то есть просто человек с нами уважительно разговаривал. То есть это не как Чухарев, который, ну, условно говоря, одним местом к нам повернулся и, ну, хамил. То есть это на видео зафиксировано, это просто было неприкрытое хамство. Когда человек задает вопросы, он на вопрос не отвечает, вот это монотонно бум-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 бум, ну, это очень неприятно смотреть. Да понятно, очень приятно. Смотрите, Владимир, я хочу отметить, Николай Валерьевич начинает учиться писать письма. У него уже есть преамбула, у него уже есть номер исходящего, не всегда дата, конечно, но он учится, это видно. У меня вот такой вот вопрос отвлеченный, почему в отделе полиции номер 3 три руководителя, то есть Чухарев это у нас начальник, в Рио там два как минимум, значит, вот постановление там выносил один, вчера я разговаривал Натиком Паладовичем, Алтуфьевым как-то так, по-моему, Алтухановым, вот, то есть, ну вот как-то столько много руководителей, а вот кого-то конкретно взять и сказать, ты почему вынес такое постановление, а вот ответ, то есть, выносит постановление на один, отменяет другой. Да, ответственные вот... сами на контроль пошли. Да, нет, понятно, конечно. Да нет, я признаюсь, да, немножко здесь наши сотрудники не все сделали. Вот, и где-то что-то даже, видимо, проигнорировали. У вас поэтому... есть такие полномочия, чтобы дать указание, отменить вот это постановление, чтобы нам не обращаться через 125-ю. И все-таки, получается, четвертую проверку начать и все-таки по списку довести. А еще лучше просто возбудить уголовное дело, потому что основания есть, и уже в рамках рассмотрения, расследования именно вот это все процессуальные действия сделать. В том числе показания взять, а не объяснения, а именно показания. Чтобы у Галимова были реальные возможности воспользоваться услугами адвоката, 61-й статьей Конституции, чтобы он был предупрежден об ответственности, когда будете допрашивать, значит, там, наших свидетелей, там, пострадавших, Анну допросите под протокол, все как положено. Ну, потому что ее показания – это доказательство, мы прекрасно это знаем. Просто объяснение – это, ну, ничего. Это даже в обвинительном заключении не указывается. Я понимаю, хорошо, давайте тогда, да, мы сейчас вынесем ходатайство об отмене, я сейчас все-таки настаиваю, чтобы еще раз отменили. Вот. Проведем все эти мероприятия, которые они не сделали. И верим им это заблуждение. Они нужны герои. Да. Дело не в этом. Просто я вам еще раз говорю, вот, просто
Ну, уже два факта таких, ну, я имею в виду по двум территориальным, даже не то, что по двум, по делу полиции номер 3, по таким же фактам фактически, где также люди обманывали по холодильнику, мы возбудили уже 9 уголовных дел, только там люди другие. Здесь тоже я хочу это сделать. В отделе полиции номер 2, там тоже ко мне обращалась группа граждан, которые по этим, господи, кухню делали. Ну, не делали там, тоже есть там. Один гражданин, который там все пытался, там обманывал людей, там не доделывал, либо вообще не делал, тоже сейчас возбудили уголовное дело. Ну, там тоже, конечно, если честно, там добивались этого, ну, наверное, с августа, если не с июля месяца, может, даже и раньше. Тоже так же собирали, как-то потребовали, все это делали. Вот. Но я предложил вам по этому поводу, по такому же пути пойти просто. Я просто на работе с практикой брал также на контроль, все так же общался с людьми, да, по телефону, им лично давал по телефону, там определялись, что нужно делать и так далее. И вот эти все, которые мероприятия, это все зафиксировано, вам, так скажем, подсказало, что нужно писать заявление, это все было с той практики сделано, понимаете, то, что нужно было сделать для прокурора, чтобы возбудили дело. Тех фактов я просто вам подсказал, что еще нужно сделать. А то, что мы здесь не доделали, да, это по сути это моя недоработка в плане того, чтобы не переконтролировал, так скажем, что они сделали. Потому что вы пришли, как бы, понятно, неожиданно там и так далее. Вот здесь я... как будто где-то... ваше видео не смотрите. Василий, можно я взял? Я не смотрю ваше видео, честно. Еще один момент, который, не знаю, указан в списке или нет. Мы еще как бы ставили на вопрос, чтобы пройти в ту контору на Егорова 13, во-первых, выяснить, есть ли они там, да, что это за контора, статус этой конторы, все-таки это колл-центр, либо это что, как там собираются это ребята, и мы, по-моему, даже указывали скрин, когда давали о том, что это... есть конкретный человек, который может дать показания, чему их там их обучают, как их, ну, он всю эту кухню знает изнутри, да, он сейчас там не это... работает, потому что он нам и про чаты вот это все рассказал, да, как да. Они у них, так сказать, я же говорю, что это все мероприятия, которые я вам перечислил, это все то, что мы нарабатывали ранее, по другим-то, по аналогичным фактам, я это все помню прекрасно, потому что я их контролировал, но потом в итоге в конце мы возбудили уголовное дело. Просто я вам предлагаю, к примеру, прошу даже, можно оказать сотрудничество. Вы начали, не знаем, вы начали на меня нападать просто-напросто. Мы хотим бумагу. Че мы? Бумагу. Ну давайте бумагу. Я вам прошу, что еще месяц пройдет. Я вам объясню. Вы можете даже облегчить там. Ну хорошо, если хотите бумагу, я сейчас скажу, напечатаем бумагу, пошлем по почте. Придет она через месяц. Через месяц вы опять придете ко мне. Смотрите, все. Вот эта бумага позволит нам потом спросить, что вот эти компакт-диски, можно вот проще, которые мы сделаем, можно проще, их и выкинут. Можно проще. Вы сейчас напишите заявление. Прошу направить этот... не то, что направляю ваш адрес, да. Я такая-то предоставляю копии заявления, которые обращались для... приобщение к материалам проверки, к моему материалу проверки, все дальнейшие опросы данных граждан. Все, мы видим заявление. Это будет проще. Я при вас заявление это регистрируем, копию вам заявления с регистрацией даем. Это все уйдет к материалам проверки. Однозначно. И это нам облегчит. Не-не-не. Мы можем сделать проще. Вы нам можете сейчас написать заявление, просим предоставить имеющиеся у нас... Я заявление должен писать. Ну не заявление, а как это? Запрос. Пускай вы организация запрос. А вы же не организация. Требования. Да, ну какое требование? Я не имею права требовать от вас, чтобы вы предоставили там и так далее. Я поэтому вам говорю изначально. Прошу оказать содействие. Если у вас есть эти заявления, то напишите это заявление и предоставьте наше, чтобы мне сейчас при вас это зарегистрируем, копию вы предоставите, у вас будет переписка элементарно, чтобы вы были уверены, что оно зарегистрировано. Вот. И это будет лучше и проще, чем мы там направим вам запрос, что по имеющейся информации мы получим, что у вас какие-то есть сведения, прошу. Вы уже сформировали часть. Почти. Ну я понимаю. Зачем? Ну просто это уже как-то смешно, до смешного доходим. Перепиской заниматься и так далее. Я вас прошу оказать содействие, облегчить, ну даже пусть будет так, оказать содействие, облегчить нам. Облегчить нам вот этот поиск всей там по базам и так далее.
более там 5000 заявлений пересмотреть, там, а то и больше, если за несколько лет. Да, а вы знаете, кстати, есть такое у меня предложение. Вот у вас, например, сотрудники полиции есть те, у кого есть свободное время. Вот, например, я когда разговаривала с Яховым, он мне говорит, что, да, ну, условно, да, да мне даже покурить выйти некогда, я вообще не знаю, что мне с вашим этим всем делать, у меня просто такой загруз, я один на весь город. А вот, например, у Панфиловой Веры Михайловны, у нее много времени, она по судам ходит, может 2 часа времени личного потратить, с юристом со своим общается. Может быть, поручить кому-то более свободному, чтобы свою, скажем так, силу, напор и, скажем так, профессиональную прыть направить в нужное место? Она сегодня уже третий иск подала, третий. И все иски она пишет, указывает свои контактные данные, кабинет номер, по-моему, 7 или 37, Щербакова 5. То есть она прям из кабинета пишет, понимаете? Да, на рабочем месте. У нее головные боли происходят от того, что она посмотрела видео на Ютубе, понимаете? То есть вместо того, чтобы заниматься на работе, ну, службой, да, заниматься своими делами, она видео смотрит, потому что на пару, я так понимаю, с дежурным Константином, который ей в 6 утра позвонил, сказал, что Мамаев выложил там Ютуб. И они, бедные, так стали переживать, они напрягли скорую. Скорую вызвали? Это что такое вообще? Это что? Понимаете, у меня возникает вопрос, как они проводили день полиции, то есть 10 этого числа они отпраздновали, развалилась голова, и вот почему-то Мамаев стал виноват. Оказывается, ролик причинил ей моральный ущерб на 2,5 миллиона рублей. Вы представляете, суммы-то какие, заявляет. И вот этот человек публично, потому что у нас судебное заседание открыто, судья разрешил проводить видеофиксацию, и он продолжает дальше позорить МВД. Дальше позорить МВД. Потому что вот это все люди комментируют, потому что это бред. Мы прекрасно знаем, что есть деятельность соответствующих органов, она открыта и гласна. В частности, сотрудников полиции деятельность открыта и гласна. Сколько видео в Ютубе, где сотрудники полиции там при исполнении своих служебных обязанностей что-то там под видеозапись производят. И это выкладывается, это показывается. Тем более у нас имеет видео общественный интерес. Это носит массовый характер. Более того, мы прям там публикуем о том, что кто пострадал, пожалуйста, обращайтесь, помогите, окажите содействие. Там, ну, вот как вы говорите, окажите содействие. Для того, чтобы придать общественности эту ситуацию. Потому что многие люди попали в эту ситуацию, ну, ой, не верят, ой, да я не буду ничего делать. То есть, ну, многие пострадали, но многие не хотят доводить дело до конца, потому что не верят. Так вот, вместо того, чтобы как-то поддержать, как минимум извиниться перед нами за то, что учинили вот это вот скрытие, то есть Бухаров, потом Панфилов, Ивкин, потом Чухарев. То есть вот они сначала нас ограничивали ознакомлений, но в итоге Чухарев признал, что как бы, ну, фактически признал, но все равно под видеозапись это преподнес чуть ли не как подачку, как вот в связи с Новым годом, вот это все. Ну, нет, чтобы сказать, да, извините, вот, согласно приказу МВД, как бы я обязан перед вами принести извинения, как от своего имени, так и от имени своих подчиненных, был неправ. Потому что мы ему и разъяснение, и прокуратуры распечатывали, и все, ну, очевидные вещи. И он даже вот это смотрит и говорит, ну, да, как бы, да. Точка зрения, как бы, что значит точка зрения? Это разъяснение Конституционного и Верховного суда. Это не точка зрения, это, условно говоря, закон, который ты должен выполнять. И указание прокуратуры, где дважды прокуратура говорит, ознакомить в полном объеме, и он начинает, ну, здесь же не сказано, в том числе с персональными данными. Ну, в полном объеме, это слово означает в полном объеме, без какого-либо исключения. И вот это, понимаете, он производит вот эти словоизвержения под видеозапись, понимаете? Конечно, противно смотреть. Конечно, там негативная реакция от зрителей, плохие комментарии. Там есть и оскорбительного характера. Но это тоже, я считаю, неправильно, но не важно. Дело в том, что порицание есть, оно серьезное, есть порицание. Но одно дело, как вот Ивкин, да, был неправ в чем-то, все, отмолчался, и Бухаров. Отмолчался, и все, и про него и забыли. Да, он там тоже допустил. Но нет, Панфилова, выходит в суд, и дальше вот это идет, какой-то кипиш. Не чтобы спрятаться, признать свою вину, а сейчас, чтобы красиво выйти из этой ситуации, прямо в суде публично перед всеми под видеозапись извиниться, сказать, там, Владимир Владимирович, там,
Анна Анатольевна, я не права. Да, я признаю, что я незаконно вас ограничила в ознакомлении с материалами проверки. Признаю это. Да, вы имеете право фиксировать при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции. В том числе показывать, как я работаю общественности. Потому что моя деятельность гласна и подлежит контролю со стороны общества. Вот просто это сказать. Не надо ссылаться на статью 152.1. Никто не умаляет ваши гражданские права, я имею в виду сотрудников полиции. Но у вас есть кодекс этики, вот это все там же прописано, что приоритетом должны быть наши права и наши интересы. Я вот специально распечатал, могу достать. Я вот сегодня поставлю. Вы это прекрасно знаете. Вот сам факт, когда сотрудник полиции начинает ограничивать нас, а по сути запрещая выкладывать это в интернет, обнародовать то или иное событие, он уже нарушает кодекс этой, этот кодекс своей этики. Он уже нарушает, он уже ведет себя недостойно, он уже заслуживает неуважения. Это прописано все четко. Я специально сегодня там это все четко расписал, дополнил свои возражения, чтобы судья видела. И судья видит это все. Ну, на мой взгляд, конечно, решение очевидно, но я не могу предвидеть, какое будет решение. Мы живем все-таки в ситуации, когда решения могут вообще быть очень странные. Ну, все прекрасно понимают, что решение должно быть об отказе удовлетворения вот этого ее иска на сегодняшний момент на 2,5 миллиона. Но зачем вот это вот позор дальше проводить? Зачем вот это сейчас все снова будет там какое-то видео выложено по поводу сегодняшнего судебного заседания? А там еще больше позора. Потом будет третье судебное заседание. Я заявил ходатайство о вызове ее дочки в судебное заседание, потому что она утверждает, что какие-то там дети посмотрели видеоролик и ее дочку начали называть чепухой. Вообще, это что за бред такой? Я понимаю, что это надумано. Это надумано с вызовом скорой. Якобы голова заболела, я не знаю там почему. Много плясали, праздновали. Это может быть не выспалась и тому подобное. Ну, я какое имею к этому отношение? То, что я зафиксировал, то, соответственно, и было обнародовано. Ни больше, ни меньше. А комментарий, извините, я уж не могу, не говорится, из песни слов не выкинешь. Просто получается, что сотрудники полиции в лице Панфиловой как раз настраивают людей именно вот такое негативное отношение имеют к сотрудникам полиции. Мы как общество, как люди, мы вообще хотим, желаем, мечтаем, чтобы похвалить сотрудника полиции, судью похвалить, понимаете? Вот у нас сейчас уже, на мой взгляд, героем делается та судья, которая просто разрешила в судебном заседании видеофиксацию вести. Вообще уже просто герой. Хотя, в принципе, это нормальная история. И ведет достаточно корректно судебное заседание, то есть, ведет так все нормально, все. Какой-то предвзятости я не замечаю. То есть процесс идет нормально, все хорошо. Но думаю, если вам будет интересно, вы посмотрите, как проходило судебное заседание. А вы вообще в курсе, что Вера Михайловна в суд подала? Нет. Понимаете, вот в этом кодексе сказано, что они должны не только на службе себя вести, скажем так, адекватно, но и за пределами службы. Вот тем, чем она занимается, она подрывает авторитет правоохранительных органов. Поэтому обратите внимание, что сотрудник полиции не должен этим заниматься, чем он сейчас занимается, сутяжничеством с гражданами, которые на законных основаниях фиксируют и обнародуют деятельность сотрудников полиции, особенно в той ситуации, в которую мы попали, и не только мы. Я уже, может быть, конечно, не с юмором говорил, я говорю, что там, Вера Михайловна, условно говоря, удовлетворю ваши требования при условии, что вы напишете заявление об увольнении. Ну, потому что, на мой взгляд, не имеет права работать такой сотрудник в органах внутренних дел. Ну, не имеет права работать, потому что он должен все-таки вести себя корректно. А не улыбочки там в судебном заседании, улыбаться и тому подобное, когда там произносятся определенные фразы. Ну, я думаю, вы специально, если захотите, посмотрите, на какие моменты она реагировала, как улыбалась и тому подобное. Для нее это шоу. Может быть, она таким образом хайпует, понимаете? Может быть, и может, личную жизнь может хочет свою назвать. Я не знаю, я не знаю причину, зачем она вышла в суд. Я не понимаю. Вот для меня этого непонятно. У нее должно быть юридическое образование. Она должна понимать вообще, осознавать, что она делает. У нее есть адвокат. Адвокат, если она не понимает, должен разъяснить, что это мертвое дело. Мертвое дело.
Пытаться меня запугать таким способом, но это тоже глупо. Вот можно усилия в правильное русло направить. В следующем месяце у вас один будет личный прием или несколько, не подскажете, не знаете еще? Один. Один. По-моему, один, да, я честно не помню сейчас. Ну, я так понял, что из сегодняшнего разговора будет отмена, да, постановления. Отмена, вот, а мы тогда запишемся, и тогда уже узнаем, какой конкретный результат у меня будет уже на тот момент. Заявление. А, ну все тогда, да. Вот, и тогда, мы сейчас ничего не подаем, никаких суд, ничего, просто ждем отмену постановления и, да, давайте, следующую проверку. Так, что нам надо сделать для отмены? Вы сами все сделаете? Вы написали заявление, нет? Это заявление меня записать на личный прием. А, ну это на новый, да. Да, в принципе, вы уже здесь пришли, можете написать здесь ходатайство об отмене. Ну, заявление на мое имя. Ну, да. Можно прямо здесь. Прямо, да, прямо здесь. Прошу отменить. Прошу, да. Прошу, да. Вы уже все написали. По-моему, это несколько. Прошу отменить. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. От какого там числа, я не помню. От 19 декабря. Января? Не-не-не, 19 декабря. Нет, еще новое пришло. А, все, я понял, нам надо, скорее всего. Ну, постановление об отмене отменить. Да вот, получается, смотрите как. Для проведения. Вот сопроводительное от 18.01. Да. А постановление от 19 января. Угу. То есть вот, что значит? Сама вот эта ситуация, что письмо было сформировано еще до вынесения постановления. Ну, понятно, возможно, это опечатка, техническая ошибка, но все равно как-то нужно повнимательнее с такими вещами. И у меня такой вопрос еще к вам. Вот смотрите, мне постановление об отказе в возбуждении уголовного дела приходит за подписью заместителей начальника. То есть сам начальник под постановлением никогда не подписывался. Угу. Кто вообще имеет право подписывать постановление? У меня здесь... Да, зам по охране общественного порядка имеет право. Начальник отдела полиции. А кто? Ну, имеет право, понятно. А должен кто? Они ему имеют право, они и должны. А начальник полиции что подписывает? Ну, тоже имеет право. Ну, если там... имеет право. То есть, зам по охране общественного порядка по Савелине, зам по оперативной работе по Савелине. Просто, Анна, вы хотите сказать, что мы очень сильно хотим, что Николай Валерьевич брал на себя ответственность и лично подписывал. Потому что... потому что мы к нему приходим на прием, и мы с него спрашиваем. А он все время говорит, что я не знаю, это не я. Когда мы начинаем выясняться, и на самом деле утверждал постановление об отказе один человек, мы претензии предъявляем другому человеку, отвечает третий человек, и получается вот эта путаница. Вот чтобы один человек нас курировал и полностью отвечал. Вот как вот мы с вами разговариваем, чтобы мы также с ним разговаривали, и по списку вот вы там то-то. Да, спросить за слово пацана. Да. И провести дополнительную проверку. Можете написать, провести в полном объеме те мероприятия, которые были указаны в моем заявлении от 19 декабря 23 года. Так, как это согласное письмо? Какой там у него номерок? Вот он. Распечатано. Есть у вас номер, да? Угу. Thank you.
Все, да? Или да, еще да, все. Да. Так, фоткаете, да? Угу. Нет, вы фоткаете. У меня такой еще один вопрос, наболевший, с Николаем Валерьевичем, который мы обсуждаем. Как отправляется ответ по почте? Заказным письмом, да, с уведомлением, с голубиной почтой, там, как, норматив какой существует? Вот просто мне вот, например, тут вот так письмом отправили. Письмо, все правильно. Да, а Николай Валерьевич говорит, нет письма, нет даты, смотрите по викторианскому календарю, ну что-то такое. У меня есть много доверителей, которые не получают постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну просто не получают. Говорят, что направили по почте, а нету ничего. Я не могу как бы думать, что все почтовые ящики там кто-то проверяет и вытаскивает. Я понимаю, единичный вариант. А когда вот несколько человек и постоянно не получает постановление об отказе возбуждения уголовного дела, ну там какие-то письма и тому подобное, то это как-то странно. Либо они реально не отправляются, либо ужасно работает почта. Нет, отправляются, почему нет? Там номер присылается, исходящий присылается. Просто Николай Валерьевич. Они физически не отправляются. Нет, поезд, все забирается, почта забирается. Ну вот мы у Николая Валерьевича просили все-таки вот этот опись почтовый показать, где там почта ставит штампик, потому что простые письма отправляются, но все равно опись там наведется, там на почте ставишь. Он как бы так и не дал нам информацию о том, вообще отправлялось, не отправлялось. Потому что у нас есть основания, ну как бы, думать о том, что какие-то ответы просто не направлялись, их так как таковых не было. И чтобы мы его, скажем так, не уличили, потому что он сначала говорит одну информацию на видео, хотя он потом как бы менял эти свои, скажем так, показания, объяснения, как угодно можно сказать. Ну не, ну вы же, видите, вы же по почте. Это пришел. Да, после такого длительного разговора, сейчас, конечно, два письма появились. Так, чтобы так получать. Но ссылки на норматив так и нету. В соответствии с каким нормативом они вот вы так обязаны делать? Именно что по почте? Да. Потому что я ждала важный ответ. Этот ответ мне пришел на электронную почту без исходящего, без номера, без даты, вообще не в те сроки, в которые нужны были. Мы спрашиваем, где ответ? Он говорит, ничего не должен, нигде не прописано, писем нету, я вам на электронную почту регистрировать не обязательно. У нас правобаза, которая регламентирует, какие сроки, и то, что мы обязаны уведомить, какие сроки. Вот, остальные каким образом, это уже, ну, так скажем, с кем мы заключаем договора. Нет, да, это понятно, что законодательство не может прям прописать условия. Почта России там, да. Нет, я говорю о том, что уведомить должным образом. Какие-то моменты. Мы можем по электронной почте направить. Какие-то моменты процессуальные, важные, где именно на органах правопорядка, ну, в полиции обязанность существует уведомить. Вот такие моменты нужно, ну, нужно заказными письмами. У нас есть 707 приказ, который регламентирует вообще обращение граждан. Но мы читали, мы знаем, да, там это не прописано. Срок, что, там нет такого, да. Там не прописано, как не должны отправлять. Ну, логически я исхожу из того, что прокуратура, суды направляют заказными письмами. То есть этот 100% по трек-номеру можно отследить. Получил человек, не получил, был ли возврат обратно в связи с течением хранения. Ну, то есть вот эта информация очень полезная, потому что, ну, четко видно, когда было отправлено, что оно было отправлено, было ли оно получено или так нет. То есть суды всегда так делают. Может быть, они какое-то неважное решение могут там отправить, но повестки они только заказными письмами, решение судов только заказными письмами, потому что там, ну, сроки есть на обжалование, ну, то есть фиксация должна быть какая-то. Соответственно, и поскольку обязанность есть в рамках УПК известить, направить постановление, я думаю, что хотя бы вот эти самые важные документы, процессуальные документы, отправлять все-таки заказными письмами. Просто Николай Валерьевич сослался, что плохое финансирование. Я когда это услышал, я говорю, вы только не произносите это. Ну, я его попытался остановить, что вот начал он дальше говорить, что вот, да, там, ну, что, денег что ли нет? Ну, это как бы нехорошо так говорить. То есть получается, что не отправляют заказными письмами, потому что плохое финансирование. Ну, некорректно, мне кажется, так. Нет, ну почему у нас выделяются деньги именно на такие нужды?
определенную сумму является. То есть все-таки заказными письмами вы отправляете из корреспонденции? Ну, надо уточнить. Просто я точно знаю, что через почту, через реестры, и что это можно отследить, что они получили, что почта получила, они расписываются, весь определенный реестр составляется. Ну, это, то есть почта, это однозначно. Это простая корреспонденция, да, по почте, да. Даже простые письма приносят статус, да. Стопкой и опись. И почтальон проверяет, тык-тык-тык. Мы составляем реестр, когда они по реестру передают все. То есть мы можем отследить это все. То есть любое письмо, которое мы направляем, мы можем отследить. Что вы можете сказать, что вот это письмо по описи получил, либо не получил вот этот человек? Можете? Позволяет технически это сделать? Просто только заказные письма позволяют. Естественно, да, только заказные. Только, заказные письма трек. Это в определенном случае там. Я просто прошу обратить внимание, что вот именно хотя бы постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы направлялись заказными письмами, не простыми. Потому что это очень важный документ, который люди обычно ждут. Почему? Потому что они писали заявление и ждут. А в ответ ни ответа, ни привета. Оказывается, там несколько месяцев тому назад было постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Они даже об этом не знают. Начинают потом выясняться, и начинается что-то, кипиш, ругань и тому подобное. А так вы сразу, так, извините, видите трек номер? Вот вы получили. Либо вот видите, хранилось 30 суток и вернулось обратно. Это ваша проблема, что вы не получили, понимаете? Вот тогда вы себя подстрахуете. И... Это понятно. Да, ну просто вот я не говорю, что там каждую какую-то бумажку, там понятно, что может быть там средств нету каких-то, хотя для меня это странно слышать. Я думаю, что все-таки достаточно средств для этого дела выделяется. Потому что ну, судьи как бы отправляют заказными письмами, прокуратура с заказными письмами. Почему-то полицию решили отделить. Ну, судьи даже есть, например, через сайт не отправляют вообще смс-ками. Ну и через сайт, если электронная почта, да, у них есть. Через госуслуги могут отправляться. Да, ну я пользуюсь электронным. Да, там очень много. Просто обратить на это внимание, что если это не сложно, дать указания по отделам полиции города Мурманска о том, что все-таки отказы о возбуждении уголовных дел, ну и там о возбуждении уголовного дела, то есть вот эти процессуальные постановления. Направляли заказными письмами. Даты нет. Угу. То есть вот оно как бы пришло-то у меня пришло, я отметочку распечатала, а вот исходящего нету какой даты. Какой-то не до дела производства. Согласен. Потому что у нас вот в отделе полиции номер 3 прям целый кипиш был по поводу вот этого нашего первого обращения 10-го. Ноября, когда мы сделали первый запрос о ознакомлении с материалами проверки, мы его подали через сайт, то есть его там что-то потерялось, что-то видели, не видели, и короче, вот это вот непонятная ситуация. И в итоге говорят, мы вам дали ответ, потом через очень много-много времени выясняется, что мы вам ответа не дали, потом начинается какая-то махинация с рапортом Панфиловой. Якобы вам дали ответ ну, на рапорт такой-то куст. Ну вот это вот такая катавасия. Просто ну зачем вот такой цирк уставили? Ну просто так и сказали, вот потеряли, нет у нас этого письма, там то-то там, вот так и напишите. Прям так и напишите. А то получается придумываем рапорт от Панфиловой, на него делаем куст, и потом на этот куст поотвечаем. А мы даже думаем, какой куст? Что за куст? Мы ничего не подавали, а потом выясняется, что это рапорт Панфиловой. И вот я как бы не исключаю тот момент, что могла какой-то технический сбой произойти на сайте, там еще кто-то там, ну, утерялось, не довезли там. Понятно, что у нас идеально все не работает. И бумаги даже теряются. Можно дежурному подать заявление, он вроде бы все зарегистрировал, положил, упало, потерялось, и все. Ну, всякое бывает. Не должно так быть, но бывает. Не должно так быть. Да, ну вот, бывает что. Поэтому вроде и талончики берешь, и все берешь, и на видео фиксируешь, а потом пытаешься найти следы, где это твое заявление, которое ты подал, и ну, не то. Ну, в принципе, все на сегодня, да? Да. Все. Спасибо вам большое за терпение, за то, что все-таки вы нас выслушали. Такая девушка. Я надеюсь, что рано или поздно случится чудо, и те товарищи, которые обманывают пенсионеров и, ну, других людей все-таки понесут какую-то ответственность, и другим будет урок, чтобы все-таки этой деятельностью не надо заниматься. Это, скажем так, Галимову очень сильно не повезло, что он нарвался на Анну Анатольевну. Если бы на месте Анны Анатольевны была бабушка Дуванчик, ну вот так выразилась. Конечно.
он бы продолжил свою деятельность. Хотя он сейчас продолжает все это то же самое делать. Да, даже не боится, не стесняется. Да. Те же люди, те же лица, и точно так же ходят. И... Ну, они каждый день окучивают несколько человек. Ну, по имеющейся нам информации, они зарабатывают от 200 тысяч в месяц. Это, я думаю, тот человек, который там раньше работал, может это пояснить. Который ведет эти чаты, где это все не переписывается, я думаю... Это далеко не предел, который они деньги зарабатывают, потому что на обмане можно очень много денег заработать, потому что есть, если не с одного клиента, то да, есть люди, которые больше нас знают. Есть, и мы этих людей знаем. Мы не можем их опрашивать. Только не говорите об этих людях, да, ищите сами. Мы не можем их опрашивать, сделайте, понимаете, все, да? Сделайте все сами. Вы поймите, что мы все-таки на грани, на лезвие ножа ходим. Почему? Потому что... заниматься сбором какой-либо информации о частной жизни, там, да, там не еще занимайтесь сбором о частной жизни. Ну, все равно просто, это... Просто так подскажите, мы проверим оперативно. Это понятно. Я к тому, что все-таки деятельность, вот эта частная охранная деятельность, там, детективная, да, деятельность, тоже, все-таки... Мы превратились вот в этих людей, на самом деле, мы сейчас собираем кого-то, опрашиваем. Вот я по телефону человека спрашиваю, там, скиньте мне там то-то, то-то. Они же мне порой скидывают вообще персональные данные, свои данные. Понятно, что они мне доверяют. Но завтра они скажут, вот я вам скинул, как говорится, я свою запись удалю, что я с этим человеком разговаривал, он скажет, откуда у вас эти персональные данные, ну то есть и на меня там что за вредит напишут. Тоже я не хочу так рисковать. Да, я, конечно, пытаюсь людям помочь, но все-таки... Нет, ну все-таки, если у вас есть какие-то данные заявителя, то мы просто облегчим нашу с вами деятельность, быстрее это все пойдет, понимаете? Если есть, можете прямо здесь написать. Вот, и можете копии предоставить сюда. Быстрее это все будет. Вот сейчас вот опять поручу и опять кто-то там переделать. Контролируйте. Если что, мне звонить, я стараюсь могу, все, вот, я стараюсь все контролировать. Стараюсь все контролировать. Где-то есть проблемы прилетели. Вы еще хотите позиционировать? Так как же работать начнет? Хлоп-хлоп. У меня сегодня был тяжелый день, поэтому мне пойдемте надо отдохнуть. Пойдемте отдыхать, да. Все. Сейчас. Виктор Валерьевич, нам, Васильевич, прошу прощения, нам нужен герой. Да. Мы ищем героя. У меня идея. Знаете, какую надо заставку сделать? Алло, мы ищем героя. Ну, я подумал, мне надо сейчас выспаться для начала. Мне там столько материала уже лежит, еще по предыдущему. Ой, мне сейчас еще в налоговую идти. О, это же опять еще материал. Это очень интересный будет поход. Ну, там как бы вот... Судя по тому, у нас ведь сейчас нехватка денежных средств, ну, да, в бюджете. Они все в любом надо... случае не декларируют все те доходы, которые они получают с рук у людей. Ну да, да. Так, что-то я хотела. Слушайте, ну 4-то человека у нас точно есть. То есть из тех, кто был и кому вернули деньги, да, они уже как бы... Не, но они могут все равно дать при желании показания, потому ну, что... Ну, кому это время, ну, это понятно. Все такое. Нет, если бы возбудили уголовное дело, им деваться некуда, они дадут показания. Их пригласят, либо на место приедут, опросят, это проблем нету. Они обязаны дать, это их обязанность. А до возбуждения уголовного дела это все так.